вами маг и чародей Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в хоррор-игру Outlast. Пожалуй, это самая страшная игра, которую я когда-либо встречал. Если я буду очень громко кричать, то сделайте, пожалуйста, потише звук. В игре встречаются сцены насилия, кровь, сексуальные сцены, нихера себе. Наслаждайтесь, короче. Все как мы любим. Кровь, матюки, убийства. Я какой-то журналист. А суть игры заключается в том, что мне нужно провести интервью в психбольнице или что-то такое. Меня, короче, сюда позвали. Берем видеокамеру. Точно, я блогер. Ну и, короче, я решил, типа, снять такой хоррор-влог. Да-да, не удивляйтесь. Я вижу какой-то охренительный дом. Мой пукан уже напрягается. Да нужно быть таким придурком, чтобы пойти снимать что-то в психбольнице. Вот я бы на его месте уже давно убежал отсюда. Во всех ужастиках, если какие-то входы закрыты, какая проблема? Пройдем еще где-нибудь. Блин, а в настоящей жизни ты уже бежишь, сверкаешь пятками просто оттуда. Но тут нет, конечно. Пойдем куда-то. Так, ну давайте запрыгнем сюда. Что-то я уже немного боюсь. Оп. Писец. Так, включим режим ночного видения. Да ну какой-то писец, блин. Чья-то кровь, блин. Ой, твою мать. Как меня пугают такие телевизоры. Открываем, не открываем. Черт тебя знает, что они положили. Там темно, как в могиле. Так, ну вроде тут все спокойно. Все спокойненько. Так. Так, тут закрылась дверь. What the fuck, motherfuck? Окей, ну ладно. Тогда не будем трогать. Оу. Вот ты, чувак, дурак просто. Лезть в эту невнушающую доверие канализацию. Оу. Так, прыгаем. Мать твою! Мать твою, блин! Нахера такие игры делают? Нахера? Играю чисто ради вас, потому что один бы я нахер выключил эту игру. О, чувак. Чувак какой-то сидит. Говорит нам идти туда. Ну ладно, пошли. Там ходит еще один какой-то чувак, не внушающий особого доверия. Что, в принципе, не очень здорово. Давайте пробежим чуть подальше, наверное. Мать твою! Вот гад! О, чувак. Кто я? Камеру взял мою? Вот, сука, за камеру готов убить, блин. Ты знаешь, сколько она стоит? Что ты мне втираешь тут, дичь какой-то? Так, встаем. Выберите из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу. Блин, чувак, а вот раньше я тебе говорил, ты не мог, да? Не мог просто отсюда выйти. Нахер это тебе надо было вообще? Здорово, чувак, что-то у тебя как-то дела не очень. Что у тебя как-то... Не очень ваши дела. Я удивляюсь, что я сохраняю еще свой позитивный настрой в этой игре, потому что... Игра не для слабаков. Мы нашли какие-то документы. Генетического кондиционирования стабилизировались примерно на 2000 PM. Переходы к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Короче, что-то случилось не очень хорошее. Капитан Очевидность. Так, что тут хреново? Что тут хреново? Давайте посмотрим поближе. Так, снимем его на камеру. Чуваку что-то, видимо, вообще плохо как-то. У нас еще где-то жиробас такой здоровенный. Так. Нас где-то ищет еще какой-то жиробас, короче. Так. Тут у вас какая-то вообще срань, ребята. Так, ну вроде опять не бегает этот чувак. Ну если что, убежим. Так. У нас должен быть какой-то пароль доступа. Короче, нам нужна какая-то карточка доступа. Так. Тут мясо, тут... Тут кровь, тут мясо. Оу, они смотрят телевизор. Ну, вы какие-то нормальные психи, походу, смотрите телевизор. Это дом 2, парень. Дом 2 я бы тоже посмотрел. О, карточка доступа. Все, достали карточку доступа. Это нужно быть таким умным парнем, чтобы полезть вообще в психушку снимать свой влог. Ё-мо. Перепрыгнуть мы не можем, да? Ну ладно, пойдем опять через этих парней. Ну чё, здорово. Ну как там, чё, развитие сюжета идет? Как там, чувак, дела у тебя? Хреново как-то у тебя дела. А у тебя, парень? Ну ты вроде еще нормальный какой-то.
Ну давайте пробежимся по быструхе, да? Мать твою, что ты делаешь? Что делаешь? Что говорит нам? Да ну нафиг, чувак. Что ты творишь? Херню какую-то творишь. Вы, надеюсь, там не наделали кучку, да? Давайте откроем. Так. Все, откроем. Закроем нафиг эту дверь. Надеюсь, нас никто не будет преследовать. И что-то там включим. Что-то пишем, мы такие профессиональные программисты, я смотрю. Так, включили всякие системы. Так, что-то вот этот чувак. Вот ты сучка какая. Вырубил мне тут весь свет. А, спрячьтесь в шкафчике, не пытайтесь драться. Какой-то жрабас, что ли? Да ну нахера. Нихера себе. Нихера себе, чувак. Меня тут нету. Открывает соседний шкафчик. Соседний. Блин, ну ты жирный, конечно. Жиробас прям вообще. Моя мысль, что просто этот жирный чувак, его посадили на диету в психбольнице, и он решил всех сожрать. Ну, также, если да, вы хотите, чтобы я поиграл еще в эту игру, то пишите в комментариях, потому что она действительно страшная, но она тоже длинная по времени, прям здоровая. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд, их там очень много. Сверху это геймблог этой игры, снизу это Magic Lock, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!